Для проведения устной части ЕГЭ по иностранным языкам сегодня в Сочи открылись 6 пунктов проведения экзамена. В 1-й, 15-й гимназиях, 59-м лицее, 10-й, 75-й и 24-й школах. В последний раздел говорения по английскому сдавали 64 ученика, по французскому – двое. Устную часть экзамена они сдают добровольно. Письменная максимально оценивалась в 80 баллов. Сегодня же за успешную сдачу они могут добрать еще 20. В основном здесь собрались отличники и медалисты, которым нужен максимальный результат, а именно все 100 баллов. И это не тот случай, когда рассчитывают на счастливую монетку в туфлях или книжку под подушкой. На самом деле ЕГЭ – это не так страшно, как учителя говорят. И самое главное – быть уверенным в себе. Мы готовились несколько лет к экзамену. Ну, хотя мы поступаем на юридический факультет, мы надеемся, что английский нам тоже пригодится в жизни. Я считаю, что английский сейчас очень важен для каждого человека. Главное – надеяться на свои силы и быть готовыми. На выполнение заданий устной части экзамена по иностранному языку отводится 13 минут на каждого участника. Сам ЕГЭ проходит не совсем обычно, а именно за компьютером и с наушниками. 6 минут дается на подготовку и 7, чтобы ответить на вопросы. Пункт наш делится на две части. Это аудитория подготовки, где ребята готовятся к проведению экзамена, и аудитория проведения, где ребята будут сдавать этот экзамен непосредственно компьютеру. То есть не предусматривается присутствие организаторов в качестве учителя, который проверяет как бы знания. То есть конкретно дети сдают экзамен компьютеру, записывается все на диск, и потом все это проверяется. Во вскрытых пакетах не привычные бланки, а диски. В дисководы их вставляют члены государственной экзаменационной комиссии. Они же активируют задания. Далее дело за выпускниками. Диалог один на один с компьютером, который, кстати, ребята в конце могли и прослушать. Инга Габешия, Борис Осин, телекомпания ФКТ.